В Сургуте завершился ежегодный чемпионат по рыболовному спорту «Югорская донка». В соревнованиях на Кубок окружного первенства приняли участие 14 спортсменов, представляющих Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, а также гости из Тюмени и Перми. Первенство проходило в два этапа в соответствии с действующими правилами Федерации этого вида спорта. По итогам двух дней соревнований победу одержали рыболовы из сборной команды «Замануха», представляющей Сургут и Тюмень. Допускается ловля одной удочкой, на которой имеется кормушка и, соответственно, одинарный крючок. Не допускается никакие животные приманки, кроме, соответственно, значит, растительного происхождения, ну и мотыль, червь или опарыш. Кубок проводится в два тура, каждый тур по 5 часов.